Более 1500 мусульман собрались в Химках, чтобы отметить Ураза Байрам. Это один из главных праздников исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длится в течение священного месяца Рамадан. Пост длился 30 дней. Мы не ели, не пили с рассвета до захода солнца. Но суть поста, опять же, это не просто не ограничивать себя в еде и в воде. Суть поста – это, ограничивая вот в еде и в посте, ты можешь управлять своими страстями, своими желаниями. Мусульмане провели праздничную молитву, которая началась ранним утром. В этот день намаз проходит во многих мечетях страны. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Потом, по традиции, верующие накрывают праздничные столы, приглашают гостей и дарят друг другу подарки. В дни Ураза Байрама у мусульман принято приветствовать друг друга фразой «Ид Мубарак», которая означает «благословенный праздник». От лица главы городского округа Химки Волошина Дмитрия Владимировича я всех поздравляю мусульман с Уразой Байрам. И желаю, самое главное, чтобы они все были живы и здоровы. Ураза Байрам длится 3 дня. Все это время мусульмане читают праздничную молитву, раздают пожертвования бедным и просят друг у друга прощения.